Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Да что у вас происходит интересного, что нового? Стала няней у племянницы. Ухожу досрочно на пенсию. Ребенок мой приехал из Питера в гости. Купил 1,5-килограммовую дыню. Сейчас кормили огромного сына, килограмм на 8. Засолили около 30-35 килограмм рыбы. Приготовила курицу фаршированную овощами. Подготовилась к осени. Перемыла все окна. Перевожу книжки тете. Приехал с Грозного, поступил в Академию права. Была на день рождения у подруги. Устроилась на работу. Ребенок начал говорить разными фразами. А мой внук пошел в первый класс. Я получила 5 минусов по обществознанию. У нас скоро свадьба. Попала за границу на гей-парад.